Владельцы баз отдыха на побережье озера Алаколь жалуются на состояние инфраструктуры курортной зоны. Предприниматели боятся повторения крупного пожара. Недавно там горели сразу 4 пансионата. Говорят, здесь просто не готовы бороться с ЧП и нужно срочно принимать меры. А до конца сезона еще далеко. Мы хотим курортную зону, республика развивает. Налоги не платить не хотим, да? Налоги надо платить. Налоги надо платить. Предприниматели требуют элементарных благ цивилизации, увеличения числа пожарных машин на побережье. Кругом деревянные дома, любое возгорание приведет к трагедии. Жалуются также на плохие трассы, работу коммунальных служб. Говорят, для отдыхающих нет условий. Набережная не ухожена. Из-за перебоев с электричеством постояльцы даже не могут пользоваться кондиционерами. Чиновники отвечают, причина крупного пожара, что произошел тут на прошлой неделе, все еще устанавливается. Констатируют, на берегу уже больше 200 баз отдыха, поэтому нужны и пожарная часть, и дополнительные мощности. Для этого делают все возможное. От предпринимателей ждут, что те будут показывать свои реальные доходы и исправно платить налоги. Власти должны обратить внимание на эту ситуацию. И хотелось бы отметить, что пожар – это не единственная наша проблема здесь на берегу. У нас помимо этого есть очень много других проблем с вывозом мусора, с электричеством, со связью. То есть очередной раз, да, мы хотим, чтобы кто-то обратил на это внимание, потому что здесь отдыхает период сезона очень много туристов с Казахстана и не только.